В преддверии профессионального праздника всероссийскую акцию «Дни Росгвардии» поддержали офицеры ведомства в Тюмени. Представители подразделений теруправления встречаются с будущими защитниками Отечества на учебных сборах, тематических занятиях и классных часах. Ребят знакомят с деятельностью подразделений, войск, специальностями и задачами Росгвардии. Формируют у юных тюменцев сознательное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих. Кроме того, офицеры рассказывают школьникам об образовательных организациях ведомства и отвечают на вопросы о востребованных профессиях. В школе села Яр Тюменского района кадетам вручили грамоты за высокие результаты в прохождении специализированной профильной программы и активное участие в военно-патриотических мероприятиях.